Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Но прежде чем начать, хочу сказать. Помните, мы играли с вами во вторую часть? Так вот, я дошел до определенного уровня, который не заканчивается. То есть с той игрой нам придется, к сожалению, закончить. Потому что там уровень баговый, и мы не можем его закончить, соответственно, не можем продолжить основную сюжетную кампанию. Если у кого так же, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы продолжаем играть в эту часть, в первую. Так, классика, кампания, да, я хочу в классику, в кампанию поиграть. И у нас вот эта вот вторая миссия. Поехали. Что у нас тут будет интересного? Я не помню, проходили мы или нет. Объединенные дикие племена иноморты. А, это племя лекарей-изгоев объединилось и собирается захватить иноморту. Они зовут себя Объединенные дикие племена иноморты. Эти племена известны тем, что носят кожу и черепа своих побежденных врагов. Да ладно? Серьезно, что ли? Так, ну что, во-первых, надо начинать с наших добывальщиков. Это в первую очередь... Так, и хочу посмотреть, что у нас тут. Ага, племена, значит, да? Черепа и шкуры. Так, тихо, тихо, копейщик, куда ты разогнался? Вот так вот начинается у нас. Копейщик побежал. Против него кого выставлять? По идее, тоже нужно... Опа-на. Тихо. Давай, мечник, быстрее, 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 родной. Лучника еще одного поставим. Нам с тобой главное продержаться здесь. Ох, сейчас начнет. Бумс мой с прыжка, прикинь, да, такой. Хоп, нахрапом его завалили. Отлично. Давай еще одного лучника призовем. Так, и мечника. Накося, выкуси. Слушай, ну мы тут сильны. Сильны, пока. О, копейщики идут. А копейщика фиг пробьешь. Да-да-да. Ну, давайте, родные мои, вжаривайте ему по полной программе. Я хочу, знаете, что сделать? Призвать, наверное, для начала мага, а потом и великана. Что-то у меня мало работяг. Всего 4 штуки? Нет, мало. Давай еще 2. Как минимум 6. Так, армия бежит. Он никого не копит. Они дикие. Хотя этот побежал обратно. Ага, решил все-таки подкопить себе армейку. Ну, мы тоже с вами будем тогда копить армейку. Начнем, конечно же, с наших легендарных магов. Так, 2 лучника, 2 мечника, но это для начала. Так, а у него что-то как-то он быстро тут копит армию, эй. Друзья мои, это разве честно, а? Ведь это нечестно, согласись. Ладно, мечники очень слабы против лучников, но он уже и лучника поставил. Что ты будешь делать, а? Ты полюбуйся на него. А где мой маг? А, вот он только идет. Слушай, а мы тогда, знаешь что, с тобой, наверное, сейчас призовем одного великана. Да. Иноморта, да, значит, они хотят. Точнее, их звать, по-моему, да, иноморта. Ну что, великан, выходи. Я буду рад тебя видеть в своих рядах. Так, нам нужно еще как минимум 2 мечника. Будет отряд сформирован. Плюс 1 лучник, тоже будет отряд сделан. И 3 мага. Но маги не дешевые, поэтому придется немножко подождать. А этот армию тут выстрелил, будь здоров. Плюс копейщик бежит. Так, 2 отряда мечников. И отряд лучников у него уже сделан. Ладно. Мы с вами немножко подождем и накопим вот на этого мага. Ну давай еще маленечко. Там буквально 50 голды нужно добыть. И мы сделаем с тобой. Как же вы долго, а, добываете? Господи, как долго. Тут каждая секунда... Как говорится, хороша. Ну что, призываем. Кто-то мне сказал, что если ты будешь лично работать за этого раба, попробуем, то он будет идти добыча лучше. Ну как это делается? Как делается добыча-то, а? Так, нужен, наверное, свободный рудник. И как? Нет, ну это какая-то атака. А добывать-то как? Твою же налево. Поздно тут думать, как добывать. Тут уже враги подошли. Бабах! Слушай-ка, ну в принципе... Давай-давай, ребята, в атаку пошли. Я тут не собираюсь на них любоваться. Раз они начали первую, да, на нас наступление, мы будем в ответку им.
На! Чуж, улетели. Сразу, сразу, смотри. Пужанулись, побежали этот там бедный. За спину. Как мне плохо. Я только что получил дубинкой от великана по спине. Как ты еще выжил-то? Ой-ой-ой-ой, что творят, а? Что они творят? Ты посмотри. Ну, успеем завалить, а? Как ты думаешь? Мне что-то кажется, что все так просто не будет. Ага, враг вызвал подкрепление. Давай, великаны, бомбим. Бомбим их. Ага, ага, сразу испугались и обратно побежали. Так, это наш шанс с тобой, если честно. Ну, давай, давай, тут осталось-то совсем чуть-чуть. Есть. Вот и все. Друзья мои, я думал, что будет намного сложнее. Племена разделились, и вы получили костюм дикого убимага. Слушайте, а можно мне глянуть на этот костюм дикого убимага? Это куда нужно? Зайти в магазин? Нет, подожди, какой магазин? Там же где-то у нас... Вот, оболочки. Убимаг. А ну-ка. Так, сокращение времени оглушения. Бонусный урон нежити. Так, запомните, да? То есть нам можно, в принципе, против нежити воевать. Увеличение скорости движения и атаки управляемой единицы. А этот у нас давал... Ага, заморозку и замедляшку. Я даже не знаю. Ну, давай, наверное, будем использовать. 500. Нам чуть-чуть не хватает, чтобы нашего копейщика экипировать. Но я думаю, что лучше нам сделать вот экипировку на наших добытчиков. Но надо еще немножко заработать. Так, сундучок пока еще, да, не созрел, к сожалению. Самоцветов нету. Жаль. Ну что же, переходим с тобой на третью вот эту вот миссию. Так, оружейная. Что в оружейке у нас? Ага, в оружейке прокачка. Так, шлем яромечника. Давай-ка, наверное, улучшим. И вот здесь тоже улучшим. У вас остались командные очки. Так, нет, не хочу я продолжать. Так, подожди, я зашел в оружейку, и что? Ага, вот. Поехали. Буду надеяться, что у нас все получится. Восхождение ледяных. Второе племя скрылось глубоко в ледяных холмах и зовет себя Восхождение ледяных. Они владеют магическими способностями, связанными со стихией льда. Тем, кто противится, этот народ грозит вечным заточением в ледяной темнице. Победите ледяных захватчиков и овладейте их ледяной технологией. Да? Их ледяной технологии? Так, точно, ребят, смотрите-ка, у них тут лед. Так, яромечник бежит. А у нас-то что? У нас, кстати, тоже ледяной яромечник. Да блин, ну! Смотрите-ка, сзади, на заднем фоне замороженные люди. Как вы медленно, а? Этот уже начинает потихоньку армию свою выстраивать. Ладно. Слушай-ка, может быть, мы подождем с тобой, да вызовем мага сразу? Хотя он наверняка сейчас будет делать нападение. Ладно, пока терпимо. Пока все терпимо. Да, конечно, жалко, что вторая часть вот так вот глюканула. Возможно, друзья мои, я в конце вот этого вот видосика, ну, когда буду делать видос полный уже, да, сделаю прикрепление, чтобы вы лично убедились, в чем там проблема. Но... Так, смотри-ка, он делает... Ну что, вызываем с тобой, наверное, мага и пару лучников. Ну, это для начала. Потом, наверное, сделаем с тобой пару великанов. Слушай, у них технологии заморозки, да, получается? Главное, чтобы у них не было великанов. Нет великанов, нет победы. Потому что все будут яростно сражаться за меня. Так, вот он. Вышел наш дикий маг. У него уже отряд лучников сделался. Так, пошли наши лучники делаться. Так, нам нужно 4 штуки, да, чтобы был отряд полностью сформирован. Так, второй, третий. Так, это уже третий, да, вот этот готовится. И вот теперь мы сделаем с тобой четвертого. Ты смотри, что, он второй отряд уже клепает. Как он так быстро развивается, объясни мне, а? Такого быть не может, чтобы так быстро у него все получалось. А, вызываем великана.
Слушай, может быть, нам взять и сделать с тобой отрядик, хотя бы отрядик копейщиков. Ну, копейщики, согласись, они мощные. Они слабы против магов. А в остальном, в принципе, они очень даже крепкие. Я, пожалуй, так и сделаю. Главное, чтобы мои работяги быстренько тут добывали все. Еще двоих вызвал, чтобы вот этот вот рудник, как говорится, оприходовать. Ну, где вы там? Куда он пойдет? Вот этот рудник, пожалуйста, копайте. Нет, он взял и переключился сюда. А, ну они идут туда, где есть свободное место. Все понятно. Это, в принципе, логично. Давай еще. И еще одного. Так, это будет у нас три. И четвертого мы сделаем. У нас будет с тобой полностью отряд готов. И вот я сижу и думаю, надо ли нам с тобой еще тут лучников сделать. Так, куда это они побежали? Слушай, они уже хотели на меня бежать, ты видел? Но вдруг остепенились. А, они забыли мага. Маг, вот он идет. Интересно, какой маг круче? Ледяной или как у меня дикий? Что скажешь? Ну, посмотрим. Причем дикий у нас наносит повышенный урон нежити. А тут нежити, как ты понимаешь, нету. Так что это, может быть, даже нам боком выйдет. Ну что, сделаем, пожалуй-ка, мы с тобой еще, да? Копейщиков. У нас раз, два, три. И вот как раз сейчас выйдет четвертый. Так, теперь я вот думаю, может быть, нам еще с тобой сделать один отряд из лучников. Будет два отряда лучников, копейщики. Дикого-дикого шамана нам нужно с тобой, точно. С одним тут каши не сваришь. Офигеть, смотри, что он тут натворил уже, а. И нападать-то почему-то мне первому неохота. Серьезно тебе говорю. Ну что, призовем с собой, да, наверное? Так, 1200, отлично. Погоди-ка, у нас с тобой раз, два, три. А какого фига туда послушник-то встал? Я думаю, что это у нас тут копейщик где-то в сторонке стоит. Уж думал, не второй ли отряд я пошел делать. Нет, там, видите ли, затесался вот этот вот прислужник, да, которого вызывает маг. Куда-то он пошел, сдвинулся. Что-то он бегает, юлит тут, непонятно почему. Так, ну что, мы с тобой вызываем еще одного мага. Итого у нас будет их три. Только я, честно говоря, не вижу, где у нас тут второй-то. Ну-ка, они там не бегут? Пока нет. В чем проблема? Я не вижу мага. Я вызывал двух. У нас только один. Этот у меня уже давно стоит здесь. Так, и судя по всему, это последнее, да? Кого я могу сюда призывать? Потому что, как ты видишь, по людишкам все забито. Ну что, пойдем? Вот так вот. Или мы сделаем с тобой немножко похитрее. Эй, ты мне не нужен. Мне нужен великан. Да ёпросто, великана дайте мне. Помнишь, как мы с тобой обычно делали? Выманивали их и начинали их тут бомбить. Ну, где вы там? А, лучники уже бомбят. Ну давайте, орлы. Нате вам. Получите. Так, тут и яр... Вот, надо лучников бомбить, потому что они... Чего? Нифига они как быстро ушатали. Так, они ломанулись. Друзья мои, они ломанулись. Так, копейщик, давай. Ну, ты будешь щиты вставить. Не ставит он нифига щиты. Ладно, погнали. Эть, далеко не убежали. Да, тут смотри-ка, расколбас какой идет. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Великан, ребята, пришел. Ледяной. При всем при этом. Да блин, в атаку, господи. Стоят там, что-то сопли жуют, на кулак наматывают. В атаку, конечно же. Давай, родные мои, бомбим. Не жалея живота. Так, труханули, да? Сматываются. Но вы далеко не сбежите. Это я вам гарантирую. Так, у меня маги тут остались. Один, я вижу только одного. Ага, вон они все остальные там. Вот так вот, всех в спину. Ну, естественно, подкрепление. Конечно же, как же без этого подкрепления. А мы потихонечку начинаем колбасить базу. Ой, внимание, враг вызвал подкрепление. Да мне по барабану. Мне по барабану на твое подкрепление.
Оу, чё-то мы их тут вообще распилили. Лучше некуда. Вы уничтожили восхождение ледяных и получили костюм ледяного лучнострела. Слушай, ну этот костюм у меня есть. Так, у нас остается вот эта вот четвертая миссия. Ну что? Кстати, 570 гемов плюс 2 улучшения. Так, срочно в оружейную идем. Слушай, а вот эти вот дубликаты я могу как-то уничтожить или нет? У нас с тобой вот, например, вот этих вот два костюма, да? А, тут не имеет значения, да? Сколько у тебя? То есть, получил и получил, и все. Так, 500. Вот и думаю, может быть, нам вот это вот замедляет вражеские войска, а ненадолго замораживает. Так, недолгое замораживание управляемой единицы и способность землетрясения. Соблазн. Так, а насколько здесь хорошо? Так, замедляет войска, дополнительно... Фу, ну это ерунда на самом деле. А ты? Так, замедление и, опять же, замораживание. Вот этот вот костюм, кстати, очень хороший против нежити, да? Идти в Абис и там драться. Ладно, ребят. Как говорится, приобрел ледяной костюм для нашего великана. Ну, а теперь что? Теперь мы еще прокачаем. Слушай, а если я по фулке их прокачаю, что дальше? Дальше я больше ничего не смогу сделать, получается, да? Ну что? Так, у нас с тобой, кстати, заклинание есть, да? Это вот меч, это для яромечников. А вот это что? Призывает группу элитных солдат с равнин Вествинда. Ага. А это у нас призывает мощного лечащего бойца. Помню я таких, да? Значит, пошли сюда. Кто? Что здесь у нас? Давай почитаем задание с тобой. Погоня за золотом. Племена лесного края защищают свои золотые месторождения. Их обильные ресурсы обеспечат процветанием и единство иноморты. Легкая камуфлированная броня и оружие этой нации позволяет им быстрее создавать войска и передвигаться. Захватите эти богатые земли во благо империи порядка. То есть, ох, ничего себе, у меня рабов-то сколько. То есть они... Оу, золота сколько? Так, подожди. Что бы нам сделать? Давай мечников, будем здесь колбасить их. Так, нам для этого нужно... А, он вызвал, друзья мои, он вызвал... Копейщика. Слушай, а если мы ускоримся с тобой? А, у нас нет ускорения. Вот что он делает, смотри, он хочет моих рабов вольнуть. Давай, рабы, быстрее тащите. Ну, два мечника, я думаю, справится с ним, да? Мы тем более его еще, смотри, замедлили, заморозили, так сказать. Так, тихо, не надо дальше бежать. Так, что нам дальше сделать? Призвать, скорее всего, надо мага. А, да, призовем мага с тобой. Блин, идут. Так, это кто у нас тут? Мечник. И причем не один. Слушай, надо помощь вызывать в виде лучников. Слушай, лучники, если встанут издалека, они этих рабов быстренько подчикают, согласись. А, копейщик опять бежит. Да ну, ребят, ну атакуйте, атакуйте. Вы видите, что происходит, блин, ну. Че тупите-то? Где мой маг? Вот он. Лучник там стреляет, я не могу понять. Вроде как стреляет. Ай-яй-яй-яй, что-то происходит, а? Смотри, что творит, а? Вот ублюдки мелкие. Так, давай сделаем таким вот образом. Да ну, хорош, ты посмотри, что он тут уже понавызывал свою армию. Бамс. Эй-эй-эй-эй, ребят, давайте будем просто стоять. Не будем мы тут на них нападать. Рабы убегают, естественно, это правильно. Пускай сматываются. Нам нужно с тобой великана призвать. Пока мы тут с собой опять, да? В атаку. Пускай мои лучники тут их проучат. Ну. Давай, отлично. Так, в защиту встаем. Призвать еще одного мага. Ну что, ага, опять они бегут. Мы с тобой в атаку. Конечно же, в атаку, чтобы им не было здесь просто так халявки.
защиту. Вот так и будем. Мы их просто не подпускаем к золотишку, и все будет у нас хорошо. Так вот, я думаю, наверное, еще... Нет, великана будем делать. Будем с тобой делать великана. Так, они опять бегут, а? Ты посмотри на них. Ну, где-то моя армия, вот она. Давай, 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 бомбим, бомбим. Так, хорошо. Защиту. А вот и великанчик наш созрел. Но мне почему-то кажется, что нужно призвать еще мага. Да, чтобы здесь была у нас просто бесконечная армия вот этих приспешников. Опять бегут, смотри. Вот они издалека сейчас хотят бомбить, да? А они так и делают. Смотри, что они делают, а? Просто издалека бомбят и отбегают. Ну, наглецы, а? Так, я еще немножечко жду. И будем уже с тобой нападать на них конкретно. Я не позволю им здесь разживаться. О, великан мой пошел. Слушай, а может быть атаковать их конкретно уже, а? Как ты думаешь? Давай просто атаковать их. Армия вроде бы, ну, такая слабенькая, но... Думаю, справимся. Так, великан идет. Бамс. Удар первый. Сейчас вызовет подкрепление, мне кажется, да? Вот оно. Состоящее из копейщиков. Так, ну мы же замораживаем их, да? Маленько. Да, замораживаем. А эти идут, смотри, на добычу. Мы их расстреливаем. Слушай, ну маг в костюме заморозки просто имба какая-то. Смотри, что он творит. Посмотри. Пумс. Мало того, что не отлетает, так они еще и замороженные. Начинаем бомбить статую. Слушай, по-моему, победа сейчас будет за нами. Тебе не кажется так? А мне вот почему-то кажется, что победа будет здесь за нами. Все. Прикольно, все там радуются. Так, вы изгнали племена лесного края из их рудников и нашли сундук. А, я еще и сундук нашел. Ну что, друзья, у нас остаются всего лишь две миссии. Пятая и шестая. Мы обязательно с вами будем в них играть, но уже, наверное, в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War 2 Одиссея. Ну что же, что-то у нас в бараках новенькое, да? Ну, я ничего нового не вижу, может быть, костюмы какие-то есть? Так, 2000, оу, кстати, я могу открыть новый костюм для наших магов. А что он будет делать? Ну-ка, давай-ка. Вот так он выглядит у нас. Шаман. Ну что же, отлично. Осталось только протестировать этот костюмчик. У нас, кстати, 14-я миссия. Осталось 6. Поехали. Но на этот раз у нас, кстати, подожди-ка. Мы с тобой рулетку не крутили еще. Точно, давай-ка крутанем. Может быть, нам что-нибудь здесь прикольное выпадет. 300 гемов. 300 гемов, слушай-ка. Так, мы можем с тобой открыть за 100 гемов. Вот, подожди, а почему я не могу? В чем проблема, ребят? Не знаю, я думал, что можно открыть этот сундучок. Ну, как видишь, нифига. Ладно, поехали. Так, у нас с тобой 443 гема. Я могу прокачать, причем довольно неплохо, своих бойцов. Лучника, да? Ага, неплохо. 240 не хочешь за один апгрейд? Это люто. Слушай, я не знаю, тогда может быть здесь разочек, да? Броню прокачаем, вот так. И нашим добывателям. Так, прокачать, наверное, добычу. Нет, это скорость, вот добыча. Все, как-то таким вот образом. Ну что, ребят, поехали. Найтхилл у нас с вами миссия. Так, кто у нас тут что? Так, я не понял, нам нужно будет просто защищаться по ходу дела, да? Что у нас по заклинаниям? Ага, только лишь для наших рудокопов. Ладно, давай начнем. Так, оу, погоди-ка, погоди-ка. Здесь отбиваться должны мы от зомби. Ну-ка проверим, что у нас этот парень делает.
Ну давай, 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 быстрее делайся. Так, вызываем с тобой еще лучников. Ну где лучники мои, ё-моё. Так, ага. А вот он вышел, шаман. Давай, наверное, еще одного призовем. Так, зомби ползут. Так, лучник уже здесь. Лучник уже на месте, но этого мало. Нам... Куда вы побежали? Эй, а, уже увидели врага. Молодцы, красавцы. Давайте бомбите их. А мы с тобой еще 4 лучника закажем. Потихоньку крадутся гаденыши, а. Так, ну смотри, у нас с тобой уже 2 шамана. Сейчас еще лучников с тобой понаделаем. Так, я могу еще одного призвать. Так, будет у нас 3 шамана. О, бойцы справились и бегут. Опа, опачки. Тихо, 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 прыгуны. Друзья мои, прыгуны идут. Шаманы, ё-моё, вас же сейчас завалят. Хотя, вряд ли. Да, шаманы крепкие. Бомбят своими молниями. Это очень круто. Вот что-то у нас добыча как-то слабо идет. Тебе не кажется? Может быть, нам еще вызвать пару рабочих? Главное нам пережить с тобой эту атаку. И все будет у нас чудесно. Давай-ка еще, наверное, позовем лучников. Я вот думаю, может быть, копейщика одного призвать, а? Но одного мало, надо 4, как минимум. Так, что тут такое? Да не буду я смотреть вашу рекламу. Даже и не пишите мне о ней. Так, атака. Ну, с этими разобрались. Давай, наверное, еще с тобой призовем парочку, да? Парочку копейщиков, это будет идеально. Ну, смотри, у нас 2 отряда лучников. Так, надо еще одного шамана призвать, чтобы был отряд полностью у нас сформирован. И, как видишь, уже копейщики. Куда ты пошел? Эй! Куда ты пошел? Прикрылся щитом, молодец. Так, прыгуны. А вот это не есть хорошо. Динь, 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 динь. Слушай, им все по барабану. Они просто проскакивают мои отряды. Ты понял? Ну, слава богу, у нас тут лучники сзади. Поэтому они их сдерживают. Слушай, наверное, нам... Оу, шамана, шамана сейчас завалят. Нет, выжил. Слушай, наверное, я призову все-таки великана. Ты посмотри, что тут творится. Просто какая-то каша. И еще бегут. Ё-просто. Да, пожалуй, я не успею призвать себе великана сюда. А так хотелось бы. Ой-ой-ой-ой, сейчас шаманы у меня упадут. Ну и все, и тут мы с тобой тогда сфейлимся. Так, давай, великан, выходи. Смотри, они уже рабов моих бомбят, вон. Нет, не успел. Да чтоб тебя. Ох, ядрено. Это что, у нас зомби с щитами идут? Ты серьезно? Блин, великан, ты нужен нам срочно здесь. С зомби-щитами, это что-то новенькое. Так, где он там, а? Идет, еле-еле. Но идет, главное. Так, еще одного великана я, наверное, призову. О, лучники, какие вы ватные. Вас так быстро уничтожают, а? Слушай, надо нам еще призывать. Мне финансов не хватает, ёпрасоте. Бамс. Так. Да ну, хорош, ты посмотри. Тут великаны какие-то, зомби-великаны идут. Как быть-то, эй? Друзья мои, как нам тут с вами быть? Куда они побежали? А, они убивают моих лучников, да? И? Что-то они там встали. Очнулись. Слушай, а великану вообще хоть бы что. Смотри, они у него даже здоровье почему-то не отняли. Так, у меня рабы. Рабы пока есть. Давай мечников призовем, что ли, я не знаю. Бамс. Так, они хотели, по идее, статую мне уничтожить. Но, как видишь, статуя у нас целенькая. Ну, великаны красавцы, тут не поспоришь. Так, шаман там потихоньку призывает, да? Молнию, молнию вызови, пожалуйста, во. Половина здоровья уже у великана отняли. Так, а это у нас гигантские, посмотри, это гигантские зомби. Ох, ё-моё. И как мы с ними будем совладать? Они очень живучие. Очень живучие, посмотри. Это практически как зомби-великаны.
Ох, сейчас эти еще тут доползут. Давай еще одного шамана призовем. Бедный великан упал, друзья мои. Один великан у нас упал. Так, а у меня что, один рабочий, что ли, остался всего? Серьезно? Один рабочий? Эй! Да блин, с одним рабочим я далеко не уйду. Сейчас великана разбомбят, а? Ай, как будет плохо, если его уничтожат. Там что, лучник один, да? Да, там три лучника, помогает нам понемножку, но ты знаешь, если мы сейчас тут с тобой потеряем великана, нам тут уже ничего не поможет. И мы его потеряли. И мы его потеряли. Смотри, что творят, а? Лучники, они хоть отнимают здоровье у него? О, еле-еле, там, по чуть-чуть, совсем по мелочи. Слушай, ну это последний зомби, судя по всему. Так, упал, хотел уже там бедного моего добывателя уничтожить. Три лучника держат достойно оборону. Ты сам это видишь? Они стараются, и у них все получается. Или это еще не все? Нет, не надо, не надо мне еще там врагов, пожалуйста, а? Неужели сейчас какой-то супер мощный босс пойдет? Я не знаю, что сейчас будет. Так, работяги у меня вышли, может быть еще будет одна волна? Хм, странно. Никого нету на горизонте. Миссия не заканчивается почему-то. В чем тогда проблема? Ладно, давай попробуем с тобой призвать еще одного великана. А может быть в атаку их отправить, а? Тинь-кум. Тинь-кум. Вот тебе Тинь-кум. Давай, великан, выходи. Но тут нету ни статуи, ничего, поэтому я без понятия, что тут нужно сделать. Вот они встали в рядок. И что дальше? Погоди, в чем прикол, а? Только не говори, что это какой-то игровой баг, а? Такой ведь может быть? Мне кажется, такой может быть, потому что кто-то писал мне в комментариях, что он не может пройти дальше этого уровня. Скорее всего, да, друзья мои, это баг. Ну, ты сам видишь, врагов нету, больше никто не бежит, мы победили, а миссия не заканчивается. Я, конечно, попробую сейчас полностью собрать здесь армию. Так, а что это они у меня обратно побежали? Я не давал команды отступать. Чего они убежали-то, эй? Странные малые. Отступили, потом побежали. Интересно. Давай вызовем с тобой шамана. Хм. Очень интересно. Мы просто здесь выстроим свою армию, и все. Ни больше, ни меньше. Да ну, хорош. Если мы с вами тут не сможем пройти этот уровень, это трындец будет. Согласись. Это будет просто трындец. Ну да, видишь, зомби нету. Тратить здесь гемы я тоже не вижу смысла. Нифига у меня сколько лучников. Я даже и не знал. В атаку, ё-моё, в атаку. Великаны, вы что тормозите? Давайте вперед. Только кого здесь нам атаковать, если здесь никого нету? Так, давай-ка мы с тобой, наверное, закончим эту миссию. А если я ее не пройду, ты понимаешь, что дальше мне делать нечего. Давай еще разок. Давай еще разок переиграем и посмотрим. Может быть, просто какой-то был глюк. Но будем надеяться, что все-таки это не глюк. И что мы с тобой сможем пройти. Так, ладно. Добыватели, давайте быстрее делайте свое дело. И я понял, что здесь лучше всего строить великанов и именно великанами проходить. Это будет вообще идеальное прохождение, да? Ну вот, видишь, зомби здесь идут. Все как бы хорошо. Ну давайте, друзья мои, быстрее, быстрее добывайте. Ну,
Так, одного великана я уже призвал. И нам надо, наверное, с тобой призывать еще лучников. Как можно больше, да? Или же шаманов. Шаманов вначале. Вначале призовем шамана, а после уже будем с тобой делать лучников. Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, сейчас раба моего уничтожат. Господи, сейчас раба уничтожат, они его просто едят. А он дурачок, нет, чтобы бежать, да? Он просто стоит и дальше там добывает. Ой, глупый, а. Он глупый. Так, великан, давай. Бамс. Вот он с ними вообще идеально справляется, ты сам видишь, да? Ох, а вот и прыгуны. А вот они и прыгуны пришли. Бумс. Слушай, они еще немножко оглушенные, когда, да, по ним великан ударяет. Они в стане находятся. То есть обездвижены. Ну, какие-то там секунды, но это все равно хорошо. Так, ну одного великана, ты понимаешь, этого будет мало. Нам нужно еще, ну, как минимум два. Для идеальной победы нужно два великана. Но если я этот уровень не пройду, то смысла, ребята, нету в игре. Может быть, обновить ее? Так, что он там пишет все время, а? Вот этот вот злодей что-то пишет нам. Рекламка летит. Ну, я смотреть ее не буду, это бесполезно. Вот, еще одного великана я призвал. Вот они эти. Нет, эти, ладно, это ерунда с щитами. Самые грозные, это которые великаны у нас большие, да, идут. Вот те серьезные ребята, а это... Так, шелуха. Так, лучников еще с тобой призовем. В принципе, у меня здесь неплохой отряд уже стоит. Вот шаманов надо побольше. Давай, 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 разбираем их. О, опять прыгуны идут. Ну? Бам, блин, промахнулся он. А, вот здесь хорошо. Кстати, два отряда, смотри, два отряда прыгунов. Дыдыщ. Слушай, ну здесь мы их быстро, да, проучили. Так. Тут у нас щитами идут. Надеюсь, мы с ними быстро справимся. А тут где-то вот, нет. Это еще ничего, блин, подожди, что их так много-то здесь, эй. У меня что, всех рабов почек? Нет, нет, вру, ребята, еще есть. Есть у нас еще наши добыватели. Бабах, просто там такие кульбиты делают эти зомби. Ты смотри. Хопа, расчекрыжили. Так, этих оттолкнули. Так, великан, давай, выходи. Вот они, гиганты-зомби идут. Вот с ними, да, будет очень сложно. Так, куда эти прыгуны пошли? На шамана моего наехать решили, да? Они на него наезжают. Что-то у нас по копателям очень все плохо. Раз, два, три, всего три копателя? Нет, так делать понятно. Ну куда вы побежали, куда вы отступаете-то, а? Господи, побежали они. Давай, великан, прикрой, пожалуйста, своей дубиной. Бамс. Разлетелись кто куда. Так, нам бы еще одного шамана, да? Тут уже великаны на подходе. Ай, ё-моё. Сколько работяг? Ага, раз, два, три, четверо. Пятеро. Пятеро работяг. Сейчас будет расколбас. Вот они подходят. Ну, блин, их не оглушить. Они даже не падают, вот эти вот. Смотри. Давай еще одного великана. Куда ты пошел, дурила? Ну вот куда он пошел? Ну скажи мне на милость, а? Его, значит, собратья там дерутся, а он отступать решил. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не по-людски. Это предательство самое настоящее. Там, там еще ползет. Ох, сколько их там. Целые орды. Бамс. Ну неужели подключились, да? Так, свеженький пришел. Этот пускай пока отдохнет маленько. Так, еще. А, не могу. Я больше призвать не могу великана. Ну. Так, лучники там помогают. Причем только два. Эти стоят, прохлаждаются. Молодцы. Устроились, да? Так, я надеюсь, расколбас сейчас будет конкретный. Смотри. Вау, эти просто отлетают как щепки. Смотри, больше зомби нету, это последний.
Это последние зомби, так что если мы сейчас не наваляем им, то мы не сможем, ребята, с вами пройти миссию, если здесь, вот после убийства этих зомбарей, ничего не произойдет. Так что будем надеяться, что победушка все-таки будет за нами. Так, остаются вот последние зомби. Два. Так, этого убили. И последний зомби. Друзья, по идее должна быть победа. Победная музыка и так далее. Но, как ты видишь, ничего не происходит. А значит, игра с багом. И с этим багом ничего не поделаешь. Как бы ни хотел, как бы ни старался, все, ребята, придется нам тогда с вами завязывать с этой игрой. Другого варианта нету.